Құрметті әріптестер, бүгін түске дейін қаржы министрінің алқа отырысы өтті. Айтайын дегенім, екі министрлікте еліміздің қаржылық экономикалық саясатын айқындап және жүргізіп отырған орталық штаб деуге болады. Мемлекет басшысы өзінің жолдауында экономикалық саясатын және бағытын айқындап берді. Олар макроэкономикалық саясаты жаңғырту және экономикалық прагматизмді жүзеге асыру. Елбасының жарлығы бойынша министрлікке бюджеттік жоспарлау, инвестицияны қолдау және оған жағдай жасау, көші-қон, жасыл экономикалық саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру құзыреті берілді. Оны өздеріңіз жақсы білесіздер. Алдағы уақытта мемлекеттік органдардың осы бағыттағы жұмыстарын тиімді үйлестіру экономика министрлігінің басты міндеті болады. Уважаемые участники и коллеги, в этом году, как я уже сказал, указом главы государства даны дополнительные полномочия Министерству экономики и бюджетного планирования, как сейчас называется Министерство по формированию бюджета страны, и ряду других направлений и вопросов, которые позволят достигнуть сбалансированности, комплексного подхода при стратегическом, экономическом и бюджетном планировании. Теперь Министерство экономики стало достаточно координирующим центром по планированию и управлению всей экономикой нашей страны. Обеспечено взаимоувязка стратегических задач с выполняемыми бюджетными ресурсами, что должно способствовать повышению результативности деятельности наших государственных органов. Всем надо предельно ускоренном режиме провести структурные реорганизационные мероприятия и приступить к повседневной работе, выполнению повседневных задач. Но я знаю, что министерство работает, параллельно реорганизация идет, практически основные, будем так говорить, должности уже укомплектованы. Я думаю, что министерство начало свою достаточно непростую задачу выполнять. Мы работаем в непростых экономических условиях, поэтому времени раскачки у нас нет. Но я остановлюсь на ключевых задачах, которые базируются на двух основных поручениях главы государства. Это безусловный рост экономики нашей страны и занятость населения. Для увеличения на треть экономики, роста экономики в реальном выражении в сравнении с 2009 годом, считаю необходимым принять более амбициозные планы. Для достижения поставленной главой государства задач необходимо обеспечить не менее 6% рост экономики. Это главная задача министерства. Решение этой задачи должно стать одним из главных направлений, как я уже говорю, как главного координатора межотраслевых вопросов развития экономики. Должны наши институты экономики выдавать достаточно прагматичный продукт с тем, чтобы мы могли вовремя реагировать и принимать антикризисные программы. Это очень важно. С учетом этого я поручаю Министерству экономики совместно с банком ускорить подготовку проекта совместного заявления правительства и Национального банка экономической политики на этот год. Нам необходимо продолжить работу по совершенствованию системы госпланирования в увязке с бюджетным планированием. В рамках бюджетного процесса предстоит обеспечить формирование прогноза социально-экономического развития страны на 2014-2018 год. То есть на среднесрочный период мы уже должны свое видение показать и рассматривать эти вопросы. Нам надо определить приоритеты социально-экономической бюджетной политики с разработкой соответствующих параметров с учетом новых требований и меняющейся обстановки мировой экономики. Основной задачей налоговой политики в 2013 году должно стать повышение эффективности налоговых льгот в целях стимулирования приоритетных секторов экономики и инноваций. Бюджетная политика в текущем году должна строиться на определении оптимальных государственных расходов, обеспечивающих рост экономики и занятости, о чем я говорил.
Главная задача – нам нужно держать дефицит бюджета вот на том безопасном уровне, о котором мы говорили, четко работать на обеспечение достаточного запаса прочности на случай ухудшения в целом макроэкономической ситуации. Поэтому дано поручение главы государства разработать новую дорожную карту антикризисного реагирования с учетом тех явлений, которые происходят сегодня в экономике. Поэтому министерству внести предложение правительству для утверждения этой дорожной карты. Хотя у нас опыт есть, 8-9 года эта дорожная карта очень хорошо отработала, она показала свою эффективность. И на самом деле высвободившиеся работники с ряда секторов нашей экономики достаточно хорошо адаптировалась и в рамках дорожной карты нашла свое место. И она выполнила свою ту антикризисную программу 8-9 года. Я думаю, что в ближайшее время мы рассмотрим ее и примем в соответствии с поручением главы государства. С целью повышения конкурентоспособности Казахстана в международных рейтингах нам предстоит, согласно принятых уже нами программ, разработать концепцию по вхождению в число 30 развитых стран государства. Поручение главы государства на этот счет дано правительству. Одним из важных направлений повышения конкурентоспособности является модернизация реального сектора экономики. Ключевым звеном здесь определена программа форсированного индустриально-инновационного развития. Она показала свою прагматичность. Из года в год появляются и открываются новые производства. Я уже говорил, у нас появляются новые отрасли, в том числе вот транспортного машиностроения. Я думаю, что появится уже новая отрасль химической промышленности. Во многих этих новых предприятиях появляется инновационность, модернизация. Поэтому этот вопрос должен быть на особом контроле министерства. И в рамках того, что мы стоим на пороге разработки новой пятилетки дальнейшего развития ГПФИР, поручаю вам вместе с Минтом разработать программу второй пятилетки ГПФИР. Вы знаете, что по поручению главы государства в текущем году начата разработка ряда новых государственных программ. Есть отраслевые, есть государственные программы, концепции, но все они будут работать на программу антикризисного реагирования в целом правительства. В сфере АПК, государственные программы инфраструктуры, концепция внутренней торговли, управление природными ресурсами, бюджетной политики и зеленой экономики. Кроме того, разрабатывается концепция социальной политики до 30-го года и концепция кластерной политики. То есть работы, как видите, у правительства и у министерств более чем достаточно. Программу развития агропромышленного комплекса, который в том числе и с депутатами, и с сельхозтоваропроизводителями, ассоциациями, с Атамекеном, со всеми, кто был заинтересован в принятии этой программы, мы достаточно долго в течение прошлого года и этого года ведем разработку. И, наконец-то, 12 числа мы на заседании правительства уже принимаем эту большую, серьезную программу. Очень большое количество депутатов участвовало в разработке программ, участвовало в обсуждении тех или иных положений. Я считаю, на данный период эта программа достаточно органично вписывается вот как раз-таки в те программы антикризисного реагирования, которые мы планируем. Поэтому 12 числа мы будем принимать эту программу. В целом, это принципиально новый комплекс программных документов правительства. Поэтому Министерство экономики должно обеспечить комплексную увязку всех разрабатываемых документов долгосрочной стратегии развития. Глава государства уделяет большое внимание развитию государственного партнерства. Концепция законопроекта разработана. Часть, будем так говорить, уже инициирована в парламенте рассмотрение. Я думаю, что в первом полугодии мы должны принять. В нем четко должны быть отражены взаимоотношения государства и бизнеса. Это очень важно. Мы должны учесть и создать ориентиры привлекательности без законодательности, без законодательного уровня, без создания гарантий привлекательности, стимулирования, бизнес, решение ряда вопросов
на основе государственно-частного партнерства не пойдет. Эти вопросы должны быть на особом контроле нашего министерства. Основные усилия по созданию эффективного и компактного правительства должны быть направлены на сокращение государственной части в экономике. Мы об этом говорим и говорим постоянно в правительстве. С учетом принципов децентрализации госуправления, министерству необходимо обеспечить принятие уже к середине этого года закона по вопросам разграничения полномочий между уровнями госуправления и разработку соответствующих подзаконных актов. Важный вопрос – это интеграция. Для формирования единого экономического пространства нам нужно продолжить работу, ускоренную работу по кодификации уже принятых международных соглашений. Углубление интеграционных процессов особо на контроле главы государства. Правительству уже поручено принять программу глобальной инфраструктурной интеграции. Она предусматривает создание совместных предприятий как внутри, так и за пределами республики. Мы об этом уже говорили. Поэтому Министерству экономики необходимо проработать этот вопрос, внести конкретные предложения совместно с другими заинтересованными государственными органами. Нам необходимо уделить внимание подготовке 6-го Астанинского экономического форума. Это стало хорошей такой диалоговой площадкой, традицией уже для Казахстана. Вы видите, как растет авторитет этого форума. Я думаю, это еще один шаг по интеграции. И мы должны понимать значение форума, качественный ее состав каждый год улучшается, масштабность затрагиваемых вопросов расширяется. Поэтому этому вопросу министерство тоже должно уделить большое внимание. Не могу не сказать по Экспо-2017, это должно быть у нас постоянно на слуху, вы должны об этом знать. Вот, до принятия регистрационного досье мы должны более активно работать, поэтому достаточно хорошо работает организационный комитет, в целом государственная комиссия, и активно начала включаться в эту работу и созданная национальная компания «Астана-Экспо-2017». Поэтому главная цель наша – это регистрационное досье, которое мы должны в этом году уже осенью иметь. Еще один важный момент, на котором я сегодня в рамках коллегии министерства хотел бы сказать, это я поручал министру разработать новые задачи, новые подходы и план развития Института экономических исследований. Очень важно, давайте мы сравним наших соседей, другие развитые страны. При экономических таких министерствах должен быть мозговой штаб, понимаете, мощный, сильный, который должен быть на самом деле создавать хорошие ориентиры, планы для такого экономического государственного органа. Поэтому до конца февраля, Ерболат Аскарбекович, внести конкретные предложения по модернизации и становлению в качестве мощного экспертно-аналитического исследовательского института современного типа. Очень важный вопрос, и в этом плане правительство будет поддерживать. В целом, хочу сказать, что перед министерством поставлены важные стратегические задачи. От их успешного решения во многом будет зависеть экономическое благополучие нашей страны. Мы надеемся на вас. Вот, я думаю, что у министерства есть база, это люди, которые могут на самом деле генерировать хорошие идеи и давать правительству новые стимулы для других государственных органов. Хочу сказать, что у министерства есть все возможности быть таким хорошим, мощным координатором для решения поставленных главой государства задач. Спасибо вам.